попытках перехватить инициативу Россия на фронте, Путин во внутренней политике, Лавров и вся его конюшня во внешней политике растрачивают ресурс, не достигая искомых результатов. Ну, по крайней мере, пока. Ресурс ура-патриотов, готовых рвать врагов за идею, за Россию, растрачивается на борьбу с внутренней фрондой в избежание очередного марша. Ресурс на фронте растрачивается на тщетные попытки удержать захваченное или отвлечь силы ВСУ на другом участке. Ресурс старых еще советских и новых уже пригожинских африканских связей растрачивается на тщетные попытки шантажа Европы по схеме «зерно, голод, нелегалы в Европу». И мимо, все мимо, мимо, потому что не исчезает главная проблема современной России. Проблема, которая и является источником всех проблем и болезней. Эта проблема – сам Путин. И пока есть эта проблема, все остальные телодвижения – это всего лишь трата ресурса. Как там в детстве мы говорили? Умрешь уставшим.